Домашних животных надо регистрировать. За содержание питомцев вводить пошлины, а в областном центре строить муниципальный приют. К такому выводу пришли участники круглого стола в общественной палате 33-го региона. Здесь обсуждали проблему безнадзорных животных. Нужно думать, где животные содержать. Приют, гостиницы. К сожалению, в Российской Федерации эта система не развита. Это один из важных проблем. У меня в качестве предложения, в принципе, это в рамках даже нашего регионального законодательства установить какой-то сбор за содержание животных. И эти деньги, денежные ресурсы пускать на строительство вот этих приютов. Сумма символическая, допустим, 100 рублей, кошечка 200 рублей, собачка в год. Речь шла о необходимости вести ответственность за неправильное содержание животных, в том числе штрафы за выгуливание собак без намордника и нападение на прохожих. Контроль за недобросовестными владельцами осложняется тем, что на федеральном уровне уже несколько лет не могут принять закон об ответственном отношении к животным. Давно рассматривается, к сожалению, к моему огромному сожалению, давно рассматривается закон. Я не понимаю, по каким причинам его никак не могут принять, потому что проблема назрела во всей стране. По данным, которые я в свободном доступе увидел, у нас порядка 30 миллионов безнадзорных животных бегает по всей стране. А в масштабе России, по-моему, за 10 лет погибших 400 человек. В прошлом году во Владимирской области было отловлено около 1500 бродячих животных. Их осматривают, метят бирками, делают прививки и стерилизацию, а затем выпускают обратно на улицу. Конечно, если не находятся хозяева. За прошлый год из отловленных 1500 в добрые руки отдали 230 животных. Во Владимире существует 3 приюта для бездомных животных, но отловом и стерилизацией занимается только один из них – Атлант. Откуда появляются бездомные животные? Это из деревень. Это от дачных поселков, которые привозят сюда и бросают. Некоторые действительно занимаются разгильдяйством. Сидят на рынках, платно берут котят. Потом их никуда невозможно, никуда их не девают, отдавать они не могут. Они их замуровывают в ящики. И в этом году было привезено 2 ящика котят. Разновозрастных. Где-то от месяца до 3. Кидают в лес, и все. В лес также кидают щенят, привязывают собак. Частные приюты во Владимире рассчитаны на небольшое количество животных, они переполнены. Поэтому назрела необходимость создать муниципальный приют, куда можно будет свозить животных не только из областного центра, но и из ближайших районов. Я сделала расчет, сколько у нас действительно бездомных животных обитает по городу Владимиру. Значит, расчет был на город Владимир 850 мест, включая не только собак, это собаки-щенки, значит, кошки, котята, 850 мест. Зоозащитница Галина Сакулина предложила использовать для приюта участок земли в районе улицы Производственной. Она попросила помочь местные и областные власти в оформлении земли, проектных и строительных работах. По расчетам общественницы, на строительство приюта понадобится около 70 миллионов рублей. Светлана Миронова, Татьяна Гордеева, Виталий Сергеев, Губерния 33.